Друзья, каждое утро у нас свежие новости на нашем YouTube-канале. Сегодня рано утром эта новость потрясла всю страну. В личном микроблоге российского певца и композитора Игоря Николаева появилось фото, где он лежит на больничной койке с перебинтованной головой. Что произошло с Игорем Николаевым, пока неизвестно. Есть данные о том, что он рано утром в подъезде собственного дома поскользнулся и упал на землю. Как это все произошло, никто не знает. Это очень закрытая информация, никто ничего не хочет нам рассказывать, все ссылаются на то, что ничего об этом не знают. Скорее всего, просто не хотят рассказать. Мы проведем собственное расследование, друзья, попытаемся все-таки связаться с супругой Игоря Николаева и уже завтра рано утром с подробностями выступим на нашем канале в нашем новом выпуске. Подписывайтесь на наш YouTube-канал.